рояля снова на одной сцене. Вот они слева направо. Антон Масенков, Кирилл Гущин и Никита Хабин. В Альметьевск последний раз музыканты приезжали в прошлом году. Без прелюдий, сразу к вальсу. Концертный вечер открыл рождественский вальс. Затем для подкрепления новогодней атмосферы одна за другой прозвучали мелодии из «Иронии судьбы». Вот если у вас нету тети, то на Тихорецкую состав отправится. За 12 лет существования трио выпустило 5 альбомов, исколесило всю Россию и заслужило признание от Европы до Азии. И репертуар у них сходный по масштабам, что у современных музыкантов ремиксы и каверы, то у приверженцев классики, переложения и аранжировки. Прозвучали классические произведения Верди, песенка Герцога, которая широкому зрителю запомнилась как «Сердце красавицы склонно к измене», и Россини, Каватина, Фигаро. Музыкальное, световое и декоративное оформление, еловые ветви, игрушки на них, софиты, переливающиеся как гирлянды, будто оказался внутри новогодней елки, вместимостью примерно 1000 человек. Столько вмещается в зал ДК «Невча», что не могло не оставить впечатлений у зрителя. У нас отличное впечатление. Тебе понравилось, Кирилл? Да. Очень. А какая, все искренне. Какая из композиций больше всего понравилась? Какая тебе больше понравилась? Мусика. Самая веселая, скажи. Веселая. Если зрители-любители просто делятся эмоциями, то музыканты-профессионалы дополняют фактами. Татьяна Сахибулина, педагог Альметьевского музколледжа, осталась под впечатлением от первого отделения. Прозвучали ее любимые Лист и Чайковский. Но не меньший восторг вызвали и авторские произведения каждого из членов трио. Сделано очень вкусно, очень грамотно, знаете, не утяжеляет, оно не делает его грубым, жестким. Это уникально. Это, с точки зрения, если кто вот эту аранжировочку делал, скажем, там, из них кто-то, это просто такое чутье, это такая стилизация вот, баланса звука, но это уникально, это реально уникально. Второе отделение было не менее насыщенным, чем первое. Самое интересное для зрителя оставили напоследок. Здесь были попурри на темы из фильмов «Гайдай», заглавная композиция «Пиратов Карибского моря» и «Либертанго Пиацоллы», которая нетренированное ухо может перепутать с танго из фильма «Утомленные солнцем». Всего в программе вечера прозвучало 24 произведения. Тимур Туманов, новости Юго-Востока.